Я хочу выразить слова благодарности ортодоксальной еврейской торгово-промышленной палате за возможность выехать в безопасное место, за то, что они помогают людям бесплатно выехать в места, где можно спокойно жить и, как говорится, продолжать жизнь. Хотели бы поблагодарить от чистого сердца и искренне ортодоксальную еврейскую торгово-промышленную палату за то, что есть возможность выехать, сделать это бесплатно, заботой и все под контролем. И это все с такой заботой и с таким чутким отношением все происходит. Мы очень благодарны за то, что у нас есть такая возможность выехать в безопасное место, что это все происходит очень безопасно, ответственно. И мы просто очень благодарны за такую возможность. Да, огромное спасибо, что есть возможность уехать, так как очень финансово тяжело. Очень благодарны ортодоксальной еврейской промышленной палате за то, что помогают нам. Безумно благодарны, что помогают в такую тяжелую минуту. Спасибо большое, что смогли обеспечить перевозку как людей, так же животных и спокойствие семьи для пересечения границы. Сейчас автобус едет в Кишинев. Мы все очень тронуты вашей заботой. Спасибо огромное. В эти тяжелые времена хотелось бы сказать огромное спасибо ортодоксальной еврейской торгово-промышленной палате за то, что дают нам возможность почувствовать себя в безопасности. Спасибо большое.